Обедать буду. Пойдем, посиди со мной. Ты извини, я не могу. Я к подруге поеду. Мы с ней заниматься будем. Можно? Сколько тебе лет? 16. Губы накрасила. Зачем? Мужиков завлекать? Пап, что ты говоришь? Я знаю, что я говорю. А ты знаешь, как таких девок называют? Непманские шлюхи. Вот как ты этого хочешь? Сейчас все губы красят. Ты моя дочь! И должна помнить об этом! Все! Кто это все? Александра! Александра! Здесь я, Иосиф Виссарионович. Куда она идет? Какой такой подружке? Кто се? Морозовой? Ты знаешь эту Морозову? Нет. Собирайся, пойдешь с ней! Не надо со мной. А-а-а, к нему идешь? Своему еврею? К этому старому коту? Не смей о нем так говорить. Ты моя дочь! Моя! Запри ее! Пусть дурь вылетит под замком! Иди! Да, Иосиф Виссарионович. Может, чайку? Бедная моя девочка. Василий Осипович, мне тут ребята в гараже анекдот про Гитлера рассказали. Хотите, расскажу? Ну? Приезжает, значит, Гитлер в сумасшедший дом. Ну его, все, значит, пациенты выстраиваются в шеренгу, приветствуют, хай Гитлер, ну, правую руку, так, знаете, как обычно. Он проходит вдоль шеренги и видит, последний человек его не приветствует. Подходит к нему, говорит: а почему меня не приветствуешь? А он отвечает: я же, говорит, не псих, я санитар. Точно, санитар. Смурной вы какой-то, Василий Иосифович. Случилось чего? А что со мной может случиться? Ну вот что здесь со мной может случиться? Да меня так охраняют, что со мной даже насморк не может случиться. Ну вот почему я здесь тепле, в сытости ошиваюсь, а не на фронте с друзьями моими? Ты можешь мне сказать? Ну, кому-то надо быть и в тылу. А кому? А вот пусть тыловые крысы и сидят в тылу. А я летчик, а не канцелярская скрепка. Понятно? И чего я на тебя так взъелся? Ты-то тут при чем? Извини. Я, знаете, тоже 3 раза на фронт просился. Не пускают. Крути, говорят, вон, свою баранку. Без тебя войну закончим. Вот еще. А меня кто возить будет? И вообще, поперек батьки в пекло не суйся. Вот когда меня отпустят, тогда и ты со мной. Понял? Так точно, Василий Иосифович. Может, войну еще без нас и не закончим. Ходи. Товарищ Сталин, полковник Сталин по вашему приказанию прибыл. Не кричи. И так целый день голова трещит. Погода, наверное, меняется, а я чувствую. Старею. Обижаешься на меня? Никак нет. Садись. Мне Лаврентий доложил о вашем разговоре. А почему ты ко мне не пришел, а к нему? Ты постоянно занят. И меня к тебе не пускают. Отец, отпусти меня на фронт. На фронт? А тебе Лаврентий показывал газету? Ту газету, где Яков с немцами? Но ты же не веришь, что Яков мог? Я не верю. Ты не веришь. А весь мир смотрит и верит. Я тебя на цепи не держу, но если тебя, как Якова, в плен возьмут, ты пойми, Василий, какой это позор для меня будет, для всей страны нашей позор. В Сталинград полетишь с инспекцией, а вернешься, сам решишь, как тебе быть.
Иди. А куда едем-то, Василий Иосифович? Вы не сказали. На аэродром. Да вы что? Угу. Иосиф Виссарионович отпустил на фронт. Отпустил, да не совсем. С инспекцией вот лечу. Ну ничего, ничего. Это уж совсем другое дело. Это же не инспектор расстрельных дел-то. Это точно. Ну вы это, берегите там себя. Будьте осторожнее, Василий Иосифович. Это дураку только на войне не страшно. Всем страшно. И мне страшно. А страшнее знаешь что? Если потом мне скажут, что вот когда твои друзья фрицев били, я за свою фамилию прятался. Понятно? Это понятно. Ну раз понятно, чё мы еле тащимся? Гони давай. Есть, Василий Иосифович. Василий Иосифович! О, писатель! Какими судьбами в Сталинграде? Да вот, корреспондент «Красной звезды». «Красной звезды», да. Говоришь? Ну а что, хорошее дело, правильно пиши про нас. Ну как же писать, если меня на правый берег пускать никто не хочет? Как не пускают? Да ерунда какая-то. Говорят, что под ногами путаться буду, мешать буду. Я что, дитя малое? Читатели должны знать, как выглядят их отцы, братья, сыновья. Хорошо говоришь, красиво. Но вам же писателям приврать-то не грех, что не было такого. Ну, ты вот сценарий пишешь не про все про то, что было. Ну, при чем здесь сценарии? Это же совсем другое дело. Здесь настоящая жизнь. Здесь нужна правда, борьба. Ну, иначе мне совесть не позволит. Ну что ж, я приехал на фронт и буду за чужими спинами прятаться. Ладно, ладно, помогу тебе. Пустят. Спасибо. Ну, пока еще не за что. Ты, главное, поехали. Береги себя. Ну, чтоб Светке мне потом не пришлось слезы утирать, понимаешь? Утопят ведь. Ладно, рад был повидаться. Взаимно. Говори. Москва. От Советского информбюро. В течение ночи на 3 декабря северо-западнее Сталинграда, Энская часть, в результате упорного боя заняла укрепленную высоту. Разрушено 27 вражеских дзотов и блиндажей. Разгромлен батальон немецкой пехоты. Захвачено 4 орудия, 7 пулеметов, 35 автоматов и много винтовок. На другом участке отбиты 3 контратаки противника. На поле боя осталось до 600 вражеских трупов. 14.15 в районе Верхокривской летчиками 520-го авиаполка сбит разведывательный самолет «Фоки-Вульф». А экипаж? А экипаж в составе 3 человек захвачен в плен. Молодцы, отлично воюете. Я думаю, фрицам это не понравится. Кому это понравится? Отвечали? В течение суток противник никаких активных действий не проявлял. Во второй половине дня усилил огонь артиллерии. По частям 197-й и 198-й стрелковых дивизий. На следующий день проводили разведывательные полеты. Ни одного самолета сбить не удалось. Близко не подходили. Боялись. Ну, кружили все. Готовят что-то. Что говорит разведка? Ждем наступления. Понятно. По всем вопросам подготовьте мне справку. И я приложу это к своему докладу. И вот еще что. Созвонитесь с Волжской флотилией. И пусть они попробуют переправить одного военкора. Фамилия Каплер. Запомнили? Запомнил, но там очень сильные бои. Выдержат ли? Ничего-ничего, выдержит. Он парень боевой. Эх, мне бы туда.
Ну что, военком, материал собрал? Когда тебя обратно отправлять? Ты знаешь, думаю, на днях собрал. Ну, почти собрал. В редакции уже ждут статью. О чем пишут-то? Ну, как статья-то называться будет? Небось, русские богатыри бьют фашистов и в хвост, и в загривок. Ну, зачем же так шикарно? Называться будет просто. Письмо лейтенанта. Про героизм защитников Сталинграда. Ну, а про что еще писать? Про трусость, что ли? Ну, со стороны, конечно, видней. Но без трусости и храбрости бы не было. В смысле? Как тебе понимать, капитан? Да вот так и понимай. У меня в батальоне одни трусы остались. Храбрецы давно в земле лежат. Храбрец, он об чем думает? Уж кого-кого, а его-то пуля не тронет. Что он такой необыкновенный, исключительный в этом мире? Что смерть обязательно мимо пройдет. Вот и делает, что хочет. Что нужно и что не нужно. А трус, он об чем думает? Как бы ему живым остаться? Что он такой слабенький, беззащитный перед пулей и осколками? И смерть ему в ухо дышит. На плече сидит. Немца убить, это, конечно, хорошо. Но главное, живым из боя выйти. Немцев-то все равно придется убивать. Тут как крути, не крути. А себя поберечь. А? Хитрая теория получается. Прямо целая философия. А ты в какую газету пишешь? Девушке пишу. Любимой. Понятно. Пиши. Сложный путь. Я буду все-таки надеяться, что это письмо дойдет до тебя. Что оно пронесет под огнем врага через Волгу, через степи, сквозь вьюгу и бураны, в милую нашу Москву, мою нежность к тебе, моя родная. Сегодня выпал снег, в Сталинграде зима. Небо опустилось и стало низким, как потолок в избе. Хмурая погода особенно остра. В такой день думается о близком человеке. Я буду, как только появится свободная минутка, писать тебе. Хочется, чтобы ты знала о нашей жизни, нашей борьбе, о том, что мы чувствуем, о чем мы думаем здесь, в Сталинграде. Бедного маленького друга. Он участвовал в нашем наступлении, звали его Воля. Это был простой сталинградский мальчик. Он остался сиротой и прибился к нашей части. Не прибился даже, мы его сами взяли. Он угрюмый был мальчишка, молчаливый, резкий. Собственно, никто из нас и не знал, что творится в душе этого мальчика. Мы только могли догадываться о его состоянии. Не думаю, что он всегда был таким. Скорее всего, на него так подействовала гибель родных.
амбразуру отсюда из подвала видна широкая площадь. Вся она превратилась в сплошные руины. Пробежать по площади нельзя. Каждый ее сантиметр простреливается и нами, и противником, укрепившимся в развалинах соседнего с нами здания. По ту сторону площади виден красный дом без крыши, без окон, без дверей, с черными следами копоти на кирпиче. Красный дом этот нужно было во что бы то ни стало занять. Отряд, за мной! Не отставать! Сантов с 8 бойцами должен был прорваться в Красный дом, выбить немцев и во что бы то ни стало занять оборону. Бойцы несколько часов пробирались к Красному дому через сплошные завалы и груды черных обломков, которыми была завалена площадь. Город превратился в руины. Небо было все в дыму и непрерывно освещалось заревом от далеких взрывов и частого огня сигнальных немецких ракет. С каждым шагом, приближаясь к своей цели, они понимали, обратной дороги нет. За отрядом Сантова пошел Воля. Сначала его никто не заметил, а когда увидели, то было уже поздно. Так он и прорвался в Красный дом вместе с бойцами Сантова. Не поймет до конца, что значит две улицы пройти, которые можно было бы в былое время за несколько минут пройти.
Боевая обстановка сложилась так, что в течение 5 дней совершенно невозможно было наладить связь с группой Сантова. И только потому, что немцы не переставали вести огонь по Красному дому, мы знали, что наши там, что они заняли дом, что они держатся. Много, очень много раз за эти дни фашисты пытались обратно ворваться в Красный дом, но со стороны площади все подходы были под нашим огнем. С противоположной стороны оборонялась девятка. Thank you.
проникнуть в Красный дом. Мы нашли 8 трупов и тяжело раненого Сантова. Воля лежала у окна, сжимая в руке холодный ствол автомата. На его лице запеклась кровь. В Волиных руках автомат казался детским, игрушечным ружьем. Из-под грязной шапки выбивались детские светлые волосы. Глаза мальчика были открыты, и в них отражались разрушенные, сожженные дома его родного города и зимнее небо Сталинграда. Человек зачем-нибудь на свет родится. Один для того, чтобы всю жизнь какое-нибудь полезное дело делать. Может быть, хотя бы марки клеить на конверты. Другой за тем, чтобы один раз только встать и крикнуть: «Вперед!» Это ничего не значит, что он коротко прожил. Важно, что он сделал что-то, что в общую человеческую книгу ляжет. Хотя бы только запятой или точкой. Или одной буквочкой. Сейчас идет та глава истории, где написано, как советский народ боролся с нашествием варваров. И Воля поставил свою запятую. Ты потерпи, капитан. Сейчас в госпиталь отвезут, там подлатают. Что, корреспондент? Втянул я тебя в драку. Досталось тебе. Ерунда. Чуть-чуть зацепил. А ты когда уходишь? Думаю, через полчаса за мной разведчики придут. Жаль. Не выпьем на пасажок. Я обязательно тебя еще раз увижу. Ты только выздоравливай, хорошо? Ну и как мне про тебя написать? Ну, кто ты, по твоей теории? Храбрец или трус? Да какой храбрец? Там, за домом, котельная была. Мы ж там двумя батальонами мылись. Все бельишко стирали. А потом ради тебя постарались, чтоб тебе было о чем написать. Стена Кремля, и над ней небо Москвы. Может быть, у вас там тоже сейчас падает снег. Твой Эл. Что это? Что ты имеешь в виду, папа? Это ты меня спрашиваешь, что я имею в виду? Ах ты, сучка рыжая! Что у тебя с ним было? Говори! Ничего не было. Тогда почему он тебе такие письма пишет, этот наглец? Почему ты решил, что это письмо написано мне? Много в Кремле живет Светлан! Он тебя по имени называет. Еврейская хитрость. Он по-русски писать не умеет. Если тебе приспичило замуж, почему русского себе не нашла? Что ты говоришь, папа? Как тебе не стыдно? Это как тебе не стыдно, сопливая девчонка? Едва 17 исполнилось, она себе мужика завела! Ну, маме было меньше лет, когда она за тебя замуж выходила. Ты думаешь, мама была бы рада?
узнав про твои похождения, была бы рада узнать, что ее дочь спутала с мужиком, который ей в отцы годится. Он на 20 лет старше тебя. Ты об этом подумала? Мне все про него доложили. Как все бабы вокруг нет, него вертятся. Нет. Что нет? Дурочка, что нет? Все писатели развратники и пьяницы. Так, хорошо. Пиши дальше. Вот-вот. Труженик Анкрай, блокнота, пламенный боевой привет! Здравствуй. О, Лёша, с приездом! Спасибо, дорогой! Привет, привет, дорогой! Ну как Сталинград? Спасибо. Все расскажу, все расскажу. А с рукой-то что? А, фашистский осколок. Лёша, Лёша! Ирина, солнце моё! Лёша, я по тебе скучала. А мы тут без конца читаем твои любовные письма. Это вы о чем? О чем? Он такой скромный, что тиража Красной Звезды ему уже мало. Трибуну правды подавай, никак не меньше. Слушай, тут начальник наш передал тебе подарочек. Сейчас. Держи. Так я же этот материал вправду не давал. Все правильно. Тут к нашему кореш один забежал. Из правды. Увидел твой материал и выцегонил его, как последний цыган. Наш-то консерватор никогда бы такой не напечатал. А в правде, пожалуйста. Ну, давайте. За встречу. Ну. Сейчас, секундочку. Да, сейчас. Ларочка, все записала? Да, Марк Сергеевич. Да. Алло, Светлана. Здравствуй. Здравствуй, узнала? Конечно. Я прилетел сегодня. Да, газету уже видел. Как ты? Нормально. Я приеду? Нет, я приеду. Сейчас только вещи заброшу в гостиницу и сразу приеду. Я буду ждать. До встречи. Отличная статейка получилась. Ну что? Сергеич. Спасибо. За встречу, родные. Да. Давайте. Гражданин Каплер? Да, это я. Вы арестованы. Вот ваш ордер. Ознакомьтесь. За что? Вы подозреваетесь в шпионаже в пользу Великобритании. Все подробности вам сообщит следователь. Прошу сдать оружие. Гражданин Каплер, следуйте за нами. Алло, это редакция? Скажите, Алексей Каплер уже ушел, я звонила в гостиницу, его там нет. Как арестовали? Да, я поняла, спасибо. Слушаю. Здравствуй, это я. Здравствуй, Светлана.
Сердишься на меня? А? Не надо на папку сердиться. Папке сейчас очень трудно. Война сейчас, Сетанка. Папка одинокий. Ты слышишь меня, Сетана? Слышу. За что его арестовали? А ты убери и спроси. Он мне сказал, что этот твой Каплер оказался английским шпионом. Мне тоже было неприятно об этом слышать. Что с ним теперь будет? По закону военного времени его должны расстрелять. Ну чем я могу тут помочь? Ничем не могу. Я его люблю. Но неужели ты этого не можешь понять? Я его люблю. Прекрати истерики, Сетана. Если его расстреляют, я застрелюсь, как мать застрелюсь, слышишь? Слушаю. Вась, это я. Что мне делать, Вась? Он мне такое устроил из-за Каплера. Такими словами называл. Света, ты что, опять с ним встречалась? Ты что, газет «Правда» не читаешь? Ну, читаю. Не каждый день, но читаю. Там напечатали статью Каплера о сталинградском мальчике. Ну и что, Свет? Ну, читал я. Хорошая статья. Ты-то тут при чем? А то, что он сказал, что это специальное любовное послание для меня. И что теперь меня, его дочь, ославили на всю страну. Что мне делать, Вась? Мне жить не хочется. Света, Света, успокойся. Что, отца нашего не знаешь? Ну, покричит, покричит и успокоится. Выпей валерьянки, ложись спать. Вась, застрелюсь, как мать. Света! Света, не бросай трубку, слышишь? Света! Кавказским столом много говорят, мало пьют. Сиди. За русским столом мало говорят, но много пьют. Вот поэтому я больше люблю русский стол. Из всех Сванидзе только наш Яков мало говорит. Но разве я не Джугашвили, отец? Ну, какой же ты Джугашвили? Джугашвили, когда стреляются, попадают. А ты стрелялся и мимо. Иосиф, хватит. Что ты делаешь, как не стыдно только? Заткнись. Ненавижу тебя, садист. Не обижайся на отца, Яков. Я пошутил. Стали брать, сказали, что не положено.
Давай письмо. Передам как-нибудь. Что-нибудь придумаем. Все будет хорошо. Слышишь меня, Свет? С ним все будет нормально. Я тебе обещаю. Поехали. Что там, Василий? Служит, товарищ Сталин. Пьет? Не больше других. Что значит не больше других? Это летчики. Они все выпивают. А как это сказывается на их боевые и летные качества? Да как будто в лучшую сторону. Почему как будто? В лучшую сторону, товарищ Сталин. Везет мне с детьми. Один пьет не больше других, другой совсем ветер в голове гуляет. Василий и Светлана рано остались сиротами. Они? Сироты? А я? Кто я? Она не только их, она меня бросила. Дети, они на третий день забыли ее. А вот меня она покалечила на всю жизнь. Она не только в себя, она мне в спину выстрелила. А Василий о ней думать не думает. Что ты молчишь, Николай? Ведь ты мне не чужой. Ты воспитывал моих детей, когда не стало Нади. Ты все время выгораживаешь Василия, а ведь ему ни в чем не отказан. Чего же он еще хочет? Иосиф Виссарионович, Света и Вася дети глупые. Когда-нибудь поймут. Ты сам-то веришь в это? Ладно, может, и поймут. Спасибо тебе за то, что опекаешь Василия. Иди.